В конце ноября 1941 года на Безымянке было очень холодно. Самарка покрылась льдом, ветер гнал снежную крошку через замерзшую реку, дальше через рельсы. Ветер свистел, обтекая трубу Безымянской ТЭЦ и, слетая вниз, пробирал вохрастов через шинели, заставляя их поднимать воротники и тушил спички, поднесенные к папиросам. Больше 11 тысяч заключенных погибли в Безымянном лагере с 1939 года по 1946. География лагеря доподлинно неизвестна, ни карт, ни схем не сохранилось. В архивных документах есть упоминание о железнодорожной станции Безымянка. Я в своем повествовании разместил штаб именно здесь. Отсюда, с этого места, 5 километров до ТЭЦ, 4 километра до второго участка, или до площади Кирова, как она сейчас называется. Все измеряется именно отсюда. Это как бы и центр повествования, и начало самого лагеря. Уникальный в своем роде лагерь заключенных. Он единственный граничил с огромным городом. Здесь же зэки работали вместе с вольно-наемными рабочими. Первое свое серьезное произведение молодой писатель Андрей Олих посвятил событиям осени 41 года. Впечатлений хватило на роман в 300 страниц. Свою книгу писатель впервые отправил на конкурс «Дебют» и сразу попал в лонг-лист. Серый, страшный и жестокий мир поселился в его голове. Больше года литератор работал с архивными документами. Говорит, книга из него всю душу вытрясла. Огромное кладбище. Оно находится на территории современного мехзавода и Красной Глинки. До сих пор, собственно, неизвестно точно его местоположение. У нас есть памятник на выезде из города на мехзаводе. Крест стоит. Это единственный, собственно, памятник лагерю Безымянлаг. Престижная литературная премия «Дебют» — это 1 000 000 рублей на развитие творчества. За победу борется 21 писатель в номинации «Большая проза». А пока Андрей ждет результатов конкурса в декабре, пишет продолжение романа. Следующая книга «Фураги» — тоже про родную Безымянку, только уже 1975 года. Марианна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.